Опорой Никола Пашиняна остается собравшаяся вокруг него узкая группа лиц и силовики, которые вскоре осознают реальное положение дел. Как передает Азиас, об этом заявил представитель Дашнак Цутюн, член фракции Армения Армен Рустамян в беседе с журналистами на площади Франции. Никол Пашинян добровольно не подаст в отставку. Его нужно принудить к отставке. Его опорой остались узкая группа лиц, которые связаны друг с другом, антигосударственными программами и силовики, которые в конце концов поймут, кого защищают и на кого нападают. Они нападают на тех людей, за счет которых сегодня существуют. Его опора постепенно зафиксирует, что происходит в реальности, и тогда уход Пашиняна станет вопросом нескольких часов, сказал Армен Рустамян. Тем временем политолог Ален Гивондян, в кавычках, решает геостратегические вопросы за мировые державы. Россия и Иран против передачи Арцаха Азербайджану и превращения в вассала Турции. У нас следующая ситуация в плане передачи Карабаха Азербайджану и превращения в вассала Турции. За действующая власть Армении, США, ЕС, Франция, Великобритания, Турция, Азербайджан. Против некоторые оппозиционные силы в Армении и Арцахе, Россия и Иран. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.